Is there something in the water? Капитану, что... Отдать гроты! Все паруса! Лиссабон лишь немногим меньше Лондона. Уверен, что найдешь это место. Несомненно, Хоп. Монастырь, недалеко от гавани. Пару раз я навещал тамошних сестер. Что ж, раз ты там уже бывал, эта обязанность ляжет на тебя. Понимаешь, что нужно сделать? Найти святыню Притеч и забрать частицу Эдема. У нас появился подходящий корабль. Не волнуйся же. Я присмотрю за Морриган. Спасибо. Мы с Лаймом отправляемся в путь. Лайм не сможет поехать с тобой. Корабль ждет. Будь осторожен, Шей. Частица Эдема наполняет сила. День всех святых. Красота. А я роюсь в грязи под церковью в поисках какой-то древней реликвии. Ха, странные нынче времена. Benedictus est, Domine, Deus universi qui ad tua largitate accepimus vinum. Quo tibi offerimus fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis. Et cum spiritu tuo. Et sancti tui benedicant tibi. Amen. Thank you.
peccatores vocare venisti, Christe eleison. Christe eleison. Qui ad exteram patris sedes ad interperandum pro nobis, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Miseratur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Benedictus es, Domine, Deus universi quia de tua largitate accepimus vino, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. Benedictus es. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fit ab Deum Patrem Omnipotente. Это она. Святыня Предтеч. Что это у нас тут? Артефакт.
Господь допускает такое? Господь тут совершенно ни при чем. Ну что, какой город мне уничтожить теперь? В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение. Проклятый манускрипт. Погибли тысячи. Не может быть. Шей, человеку такое не под силу. Если только человек не нашел машины притеч. Ты видела шкатулку, Хоп? Энергия буквально стремилась вырваться из храма. Ты заставил меня убивать невинных. Как ты смеешь? Защищаешь его? Ахиллес отправил меня туда, как Макандаль Маруна на Гаити. Что здесь происходит? Хватит! Задание было непростым, возможно... Что, возомнили себя богами? Решаете, какой город разрушить дальше? Выведи его! Лайм зря думает, что я отступлюсь. Ахиллесу доверять нельзя. Он не должен найти еще один храм Предтеч. Мне плевать, что он мой наставник. И что он потерял семью. Он безумен, и его надо остановить. Мне остается только одно. Пути назад нет. Я рассчитывал на тебя, Шей. Ахиллес, у меня нет выбора. Что за вздор, глупый мальчишка? Твой долг — красть у братьев? Предать меня? Кто-то должен искупить вину. Искупить вину? Ты не понимаешь, что творишь. В этом манускрипте будущее всего континента, а может и всего мира. Возможно. Но у нас нет права быть его хозяевами. Почему? Вся ответственность на нас. Да, ответственность за погибших людей и разрушенные города. Это борьба за власть. Все, хватит. Не позволю уничтожить дело всей нашей жизни. Ассасины! Вперед! За ним! Вот что, я совсем с ума сошел! Убрать все в коней!
Тебе не уйти! Хватит! Верни манускрипт, Шей! Тогда Ахиллес... Я не могу! Иначе все повторится. Столько погибших. Еще одного и не заметят. Шей! Что это? Сбой в воспоминаниях. Кажется, там еще данные. Ладно, болванчик, сейчас я тебя не вытащу. Ты пройдешь путь до конца. Странно. Эти воспоминания на 20 лет позже, чем предыдущие. Это точно? Совершенно. Это значит, Шей тогда выжил. Если он таков, как я думаю, он будет продолжать. Данные повреждены. Воспоминания частичны. Посмотрим, что можно сделать. Слушай, нужно узнать, что задумал Шей. Воспоминания неприятны, но я на 90% уверена, что ты не умрешь. Так, болванчик, мы не знаем, где Шей и что делает. Так что смотри в оба. Мне надо знать, почему Шей там оказался. Приказ получен. Шевелись. Et alors, vous l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler! Allons-y! Benjamin Franklin. Вот в чем дело. Франклин ездил по Англии и Франции. Тот тип назвал Нотр-Дам. Шей должен быть в Париже. Пришло твое время. Убрать угрозу. Защитить Франклина. Yeah.
Помогите! Кто-нибудь! Il ne nous échappera pas cette fois! Черт! Что случилось? Больше данных нет. Исследовать воспоминания нельзя. Пока. Шей не умер, раз появился во Франции спустя 20 лет. Мы что-то пропустили. Воспоминания разделены. Сервера атакованы вирусом. Поэтому у нас нет доступа ко всей жизни Шея. Ты в тупике, а я занята. Иди-ка к Котцебергу. Он в каком-нибудь кабинете отдыхает. Скучно опять. Шей Кормак Ассасин. Но он не похож на тех, кого вы прежде использовали для создания своих программ. Я думаю, что Шей, возможно, самый важный ассасин за всю историю. Ваше исследование поможет мне получить результат, которого я пытаюсь добиться уже очень давно. История Шеи может предложить кое-что и вам. Мы получили доступ к фрагменту памяти Шея на другом сервере. Отлично. Мне снова придется забрать болванчика для работы. С этим заданием все ясно. Но я тебя прошу, обдумай наш разговор. Устала ждать Мелани и ее тупую ремонтную бригаду. Так что воспользуемся этой развалюхой. Я подготовлю анимус, пока ты идешь. Я отметила размещение сервера на карте. Вперед! Черт, забыла! Для сервера нужен первый уровень доступа. Первый уровень доступа предоставлен. Надеюсь, больше не будет проволочек. Отлично! Заходи в серверную. Когда запустишь сервер, я загружу фрагмент памяти Шея в анимус. За ручку подержать. Надо же, как рукой рисовали. Мы набрали хороший темп. Приятнее.
А так? Нет? Почему нет-то? Так, блин, почему не работает? Ну ты хоть поиграл? Я хочу посмотреть воспоминания Шея. Запусти сервера. Да ты попробуй, а потом говори. Я знала, что не зря отучилась в университете. На кой черт им понадобилось? Я хочу посмотреть воспоминания Шея. Запусти сервера. Наконец. Готовы к атаке? Начали. Ну, вперед! Кто вы? Не трогайте ее! О, боже, угомоните его! Ты, отдай ребенка. Ну, тише. Все хорошо. Алина! Успокойтесь, мистер Берг. С вашей дочкой все будет хорошо, обещаю. Кто вы? Меня зовут Уоррен Виттик. Я представляю Абстерг Индустрис. Я знаю, что вы бросили егерский полк уйти и подались в наемники, чтобы иметь возможность лечить муковисцидоз Элины. Но это не сработало, да? Черт! Я хочу предложить вам сделку. Я не работаю с незнакомцами. Нет, нет, не такую сделку. Сейчас я достану из кармана некий предмет. Что это? Это таблеточка для вашей дочки. Давай, зайка, съешь таблеточку. Нет! Ну вот. Так-то лучше. Это ее вылечит. В продаже их нет. Но вы получите лекарство, если поможете мне с моей маленькой тренировочной программкой. Зачем я понадобился Абстерга? Вы не будете работать на Абстерга. Однако, Абстерга может поработать на вас. Я согласен, но при одном условии. Слушай. Тот парень... обидел мою дочь. Понимаю. Господа, отпустите мистера Берга. Дженкинс, дай ему пушку. Что? Живо. Да, сэр. Довольны? Пойдет. Готовы к атаке? Начали. Ну, вперед! Ассасины утверждают, что Аль-Муа... Отлично, болванчик. Данные повреждены, но работать дальше можно. Возвращайся сюда. Похоже, перезапуск серверов убрал вирусы из системы. Ты прекрасно поработал. Не терпится увидеть, что нам покажет Шей. Первый уровень дает доступ в некоторые помещения, если вдруг захочешь размять ноги между сессиями в Анимусе.
Как и Хейтам Кенуэй, Дэниел Кросс произошел из рода ассасинов. Два поколения семьи Орловых служили братству. Наркозависимость Дэниела и психоз от злоупотреблений анимусом не умаляют его достижений во славу Ордена. По настоянию Уоррена Видика, он был внедрен в братство, заручился его доверием и встретился с наставником. Под влиянием подсознательной программы он убил наставника и начал первую великую чистку нашего времени. Аль-Муалим. Харас. Валис Эль-Традат. Батист. Дункан Уолпол. Хейтам Кенуэй. Люси Стилман. Дэниел Кросс. Вот лишь несколько ярких примеров того, что я всегда чувствовал. Всегда найдутся ассасины, готовые отречься от братьев и служить нам. Но лучше всего эту истину воплотил в себе Шей Кормак. И ассасинам пора принять этот болезненный факт. Не желаете объяснить, что произошло в Париже? Гэвин Бэнкс с командой ассасинов уничтожил вашу лабораторию. Эта лаборатория была полностью засекречена. Как они ее нашли? Бэнкс связан с Шоном Гастингсом и Ребеккой Крейн. А они, в свою очередь, уже проникали в Абстерго. К тому же, это не простой боец ассасинов. Он использует данные. Они нашли способ подключиться к серверам Хеликс. Ничто больше не засекречено. В этом месте занимались изучением мудреца, которого мы нашли в том году в Монреале. Если бы я знал об этой лаборатории, группа Сигма могла бы ее защитить. Был ли контакт с группой Бэнкса? С Соркиным мы следили за ним от Парижа до Ля-Рошель. Там их ждал корабль. Мы вступили в бой, но их было больше. Соркина зарезал ассасин. Насколько мы знаем, ее зовут Галина Воронина. И вы дали ему уйти? Послушайте... Я учился убивать ассасинов, но вы распустили мою группу и отправили на другой конец земли, черт знает зачем. Я предупреждал, что так будет. Знаете что? Возможно, я просчиталась. Я даю вам разрешение собрать группу Сигма. Мне нужна Дакоста. Невозможно. Она все еще в Монреале. Неприемлемо. Я извинилась, Берг, но поймите, это уже слишком. Главное сейчас искать новых мудрецов. Альваро Грамматика говорит, у Мелани Лемей есть какие-то неплохие зацепки в Монреале. Когда Дакоста освободится? Она опережает расписание работы над системами безопасности, но Хеликс не дает покоя ассасинам, эрудита и даже существам первой цивилизации. Так что было несколько накладок. Здание охраняется? Да, охрана там есть. Пошлите меня. О, мне казалось, такие простые задания вам не интересны? Мне в команде нужна Дакоста. Если здание под ударом, я должен знать, что охрана надежная.
Я усилю защиту своими методами. Ну что ж, начну готовить необходимые документы. Вы, как и Дакоста, консультант Абстерго Индастрис. Помогаете им приспособиться к новым правилам и протоколам. Да, в Париж стоит направить больше агентов. Мне кажется, там еще скрываются ассасины.